Приехал из Крыма поддержку своих соотечественников Харидинова Сирана, Сизикова, Саши и Суфьянова Алима. Ну, узнав про это, я вот не стал оставаться в стороне. Захотелось поддержать своих соотечественников, своих братьев. Сирана Харидинова я лично знаю, знаком с ним. Очень хороший парень, работящий, семьянин. И я, как мусульманин, чтобы не быть равнодушным и не оставаться в стороне, я решил тоже поучаствовать в этом. Мы не тешили себя надеждами на правосудие, но как бы то ни было, не участвовать в этом процессе мы тоже не можем, поэтому наше присутствие здесь говорит о нашей солидарности с этими ребятами, с их семьями, со всеми теми, кого незаконно вот таким варварским, репрессивным способом и методом на протяжении уже долгого времени, будем говорить, издеваются над представителями нашего народа, над лучшими представителями, и не побоюсь сказать этого. Сегодня в Южном окружном военном суде спустя 4 месяца был объявлен приговор нашим мужьям. Судья Кривцов запросил 12 лет колонии строгого режима для моего мужа. С данным приговором я не согласна и не соглашусь, так как мой супруг не причастен ни к каким террористическим организациям и, в принципе, ни к какому преступному миру он не причастен. Для меня и для нашей всей семьи это определенно шок, потому что никто не ожидал такого исхода. Все мы до последнего верили, что частичка человечности, возможно, проснется и будет где-то глубоко в душе, надеялись на то, что будет оправдательный приговор, но этого сегодня не случилось. Сегодня судья приговорил моего мужа к 12 годам лишения свободы. Разве можно на показаниях каких-то скрытых свидетелей, которые ничего не помнят, осудить человека на такой большой длительный срок за веру, за религию, за то, что он является мусульманином? На протяжении 3 лет длилось следствие. Их содержали в следственных изоляторах в нечеловеческих условиях. Помещали в психиатрическую больницу, а потом вообще незаконно вывезли с Крыма, депортировали. Как в 44-м году депортировали наших предков, так сейчас, вот в 23-м году, происходит то же самое. Хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами верил в невиновность моего супруга. Всех, кто поддерживал нас, не давали нам падать духом. Помощь и поддержка очень чувствовалась и чувствуется до сих пор. Хочу поблагодарить адвокатов, а в частности Лилю Гимиджи, которая с первых дней, с первой минуты поддерживала моего супруга. В преддверии трагической годовщины для всего крымско-татарского народа, в преддверии дня депортации в места ссылки крымско-татарского народа вынесен очередной незаконный приговор в отношении крымских татар, крымских мусульман. Этот приговор, он основан не на доказательствах. Он основан на противоречивых показаниях скрытых свидетелей.
И даже те экспертизы, которые есть в материалах дела, они подтверждают отсутствие голосов ребят, которые проходят по данному уголовному делу в момент инкриминируемого события. Сторона защиты неоднократно ходатайствовала о проведении повторных экспертиз, о вызове и допросе свидетелей, а также прикладывала дополнительные доказательства, свидетельствующие о невиновности наших подзащитных. Но, тем не менее, драконовские сроки сегодня вынесены. Южный окружной военный суд путем частичного наказания приговорил Сиздикова Александра Васильевича к 17 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, затем в исправительной колонии строгого режима и уже после освобождения назначил 1,5 года ограничения свободы, возложив на него обязанности не посещать публичных мероприятий и собраний. А Харидинову и Суфьянову путем частичного наказания суд назначил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые 4 года также они должны будут отбыть в тюрьме, а затем каждый из них по году ограничения свободы. Ну, приговор суда был озвучен только в резолютивной части. Сам приговор мы получим в течение 5 дней, а затем у нас 15 дней на обжалование данного приговора. Естественно, защита намерена обжаловать данный приговор, так как мы считаем, что приговор является не только несправедливым обвинительным, но еще и циничным, потому что приговорить инвалида первой группы по зрению, который нуждается в посторонней помощи, которая не может содержаться в местах лишения свободы согласно российскому законодательству, к такому длительному сроку, ну, это сверхкощунство.